Здравствуйте! Сегодня мы хотим показать вам сказку, но не простую сказку, а сказку с правилами дорожного движения. Итак, сказка «Теремок на новый лад» показывает комбинированная разновозрастная группа детского сада «Медвежонок». Стоит в поле теремок, теремок, стоит в поле невысок, невысок. Вот по полю, полю мышка бежит, у знака остановилась и стоит. Мышка, что это за знак? Этот знак пешеходных переходов. Что нужно делать? Нужно пройти по пешеходному переходу. Походи. Подошла мышка к теремку и стучит. Тук-тук-тук. Кто теремочки живет, кто невысоком живет? Никто не отозвался мышке. Зашла она в теремок, стала жить-поживать. Стоит в поле теремок, теремок, стоит в поле невысок, невысок. Вот по полю-полю зайка едет на самокате. Увидел знак и остановился. Зайка, что нужно делать? Этот знак означает, что можно поехать рядом с дорожкой на велосипеде или на самокате. Поезжай. Поехал на самокате зайка и приехал прямо к теремку. Постучал. Тук-тук, кто в теремочке живет, кто ли в носоком живет? Я. Мышка-нажишка. А я зайчик-побегайчик. Можно с тобой буду жить? Можно. Зашел зайчик, стали жить вместе поживать. Стоит в поле теремок, теремок, стоит в поле невысок, невысок. Вот по полю лисонька бежит. Увидела знак, остановилась и стоит. Лисонька, что это за знак? Это знак, что тут автобусная остановка. Что нужно делать? Надо подождать автобуса. Приехал автобус, села на него лисичка и отвез автобус лисичку прямо в теремку. Тук-тук, кто в теремочке живет, кто в невысоком живет? Я мышка-нарышка, а я зайчик-побегайчик. А я и сам еще это сам. Можно с вами жить? Можно. Зашла лисичка, стала жить в теремочке. Стоит в поле теремок, теремок. Стоит в поле невысок, невысок. Вдруг по полю волчок бежит. Увидел знак, остановился и стоит. Волчонок, что это за знак? Это светофор. Что нужно делать? Надо подождать. Как так? Классные лисяйки, а как так? Сотый нужно остановиться. А на зеленый можно идти. Походи. Пошел волчок прямо к теремку и стучит. Кто теремочки живет, кто не высоком живет? Я мышка-нарушка. А я зайчик-побегай. А я лисонька. А ты кто такой? А ты кто? А я волчок, севый пачок. Можно я с вами кушать? Можно. Зашел волчок и стал жить-поживать. Стоит в поле теремок, теремок. Стоит в поле невысок, невысок. Вот по полю Мишка едет на машине и не соблюдает никакие правила движения. Прямо врезался он в теремок. Все звери испугались и выбежали из теремка. И давай ругать Мишку. Мишка правила не соблюдал. Какой знак не заметил. Ребята, что это за знак? Это знак, что один запрещен. Хоть и Миша вас медведь, мы ему поможем. Чем отделим кеша весь, лучше новый сложим. Шагай.